Городской парк культуры и отдыха на один день превратился в настоящий остров развлечений. Развернулись народные гуляния. Тысячи брещан от мала до велика приняли участие в семейном празднике «Лучи добра», который проходил в новом формате – формате пикника – в честь 25-летия компании «Брэмор». Благодаря одному из предприятий-гигантов по переработке рыбы в Брестском регионе «Брэмор» праздник стал интересным, креативным и завораживающим. 25 лет! Четверть века мы производим продукты питания, много достигли, но самое главное достижение – это наши люди, наш коллектив, наша семья. Поэтому мы решили поделиться семейным праздником, сделать его в виде пикника на природе. А где лучше всего сделать пикник? Конечно, в городском парке. И поделиться с жителями города нашей радостью от этого мероприятия. Основная ориентация нашего праздника – это как раз на семейные ценности, на семью, на детей. И поэтому практически в каждой активности, в каждой зоне есть чем заняться всем возрастам, особенно маленьким. Будет очень много интересных интерактивных мероприятий, которые могут непосредственно участвовать, быть участником. Семейный пикник не пропустил и председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. Он отметил, что компания «Брэмор» является одним из ведущих предприятий Бреста, руководству и коллективу которого не безразлично все, что происходит в городе. Для города Бреста Санта «Брэмор» – это одно из ведущих предприятий. Поэтому, наверное, надо им сказать спасибо, в первую очередь, за то, что всегда находится отклик у руководства в поддержке вот таких мероприятий. И второе, в тех социальных проектах, в которых они участвуют. Сегодня есть много проектов, которые они поддерживают с системой здравоохранения. Сегодня они помогают мероприятиям городских для культурно-массовых мероприятий. Сегодня они участвуют в мероприятиях, которые требуют, так скажем, поддержки в наших дошкольных и школьных учреждениях. Да и вообще, то, что происходит в городе, для них не безразлично, потому что там работают наши люди. Тематические площадки семейного пикника были готовы принимать посетителей практически с самого утра и до позднего вечера. Все развлечения умело разделили на несколько зон для удобства и ориентации во всем их многообразии. Например, научная зона манила раскопками, робототехникой и химическими экспериментами. Зона дворовых игр приглашала поиграть в классики резиночки, батутная арена, от души напрыгаться и ощутить чувство полета. А некоторым юным гостям понравились гамаки и лежаки, что они даже задумались о том, чтобы в нем отдохнуть. Мне на этом празднике нравится все. Мне понравилось то, что здесь много чего интересного, как для малышей, так и возраста для меня и выше. Что некоторые рассказывают про науку и про планетарий, про планеты, космос. Можно попрыгать и себя показать, как ты умеешь прыгать. А если вы устали, то можно просто на гамаке полежать и чилить. Все это лишь часть развлечений, подготовленная для пикника, который был создан для проведения совместного времени. В течение дня можно было также посмотреть концертную программу на сцене театра эстрады, которую подготовили как профессиональные артисты, так и юные представители брестских коллективов. Праздник «Лучи добра» для души, яркий, запоминающийся, который оставил массу впечатлений и воспоминаний у каждого, кто не остался дома, а заглянул на семейный пикник. Это просто праздник-сказка для детей. Все по-домашнему, красиво, уютно, весело, здорово, много развлечений, прекрасный концерт и замечательная обстановка. Очень много локаций, разнообразных. Дружелюбная команда «Санта Брэмор» помогает определиться с выбором детям, консультирует по всем вопросам, скажем так, ну и вот помогает определиться с чем, что ребенку нравится, что ему хочется, помогает в играх. Очень интересно, очень здорово, хорошее настроение. Я считаю, что, конечно, разнообразить парк различными площадками для детей, для взрослых, лекториями, различными фудкорами, это всегда, конечно же, делает и прогулку, и сам парк более, скажем так, разнообразным и интересным. И для взрослых, и для детей. Поэтому, конечно, очень нравится. Дети довольны, есть что посмотреть, есть что приобрести, есть в чем поучаствовать. Поэтому, в принципе, нам очень понравилось. Про праздник мы узнали от своих друзей, знакомых. В Инстаграме было много информации про то, что Санта празднует свой день рождения. Мы решили
с этой радостью тоже поделиться с Сантой. Очень благодарны за такой праздник. Чудесно. Европейский уровень. Мы хотим, чтобы этот праздник стал традиционным. Шикарным завершением праздника стало долгожданное выступление специального гостя семейного пикника группы «Отпетые мошенники». Брестскую публику они зажгли на все 100% без сомнения. Ну и, конечно, какое же завершение праздника без фейерверка? Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.